меня интуитивный подход, его невозможно как-то логически обосновать. Я просто почувствовал, что нужно, во-первых, приобрести группу ВКонтакте, и я начал думать, какую. И на сегодняшний день барнаульцы, объединяйтесь, она имеет интересную идею. Она направлена на то, чтобы объединить жителей Барнаула какими-то социальными, культурными событиями нашего города и, возможно, края. И в то же самое время она самая большая по количеству подписчиков здесь у нас в Барнауле. Не будет меняться цель и задача этой группы, что мы не поменяем название, мы не удалим всю информацию и не сделаем какой-то коммерческий проект. То есть покупка была не ради подписчиков, которых потом будут жестко спамить, как периодически это происходит. Но в то же самое время для того, чтобы поддерживать подобный проект, он требует значительных вложений. И мы планировали делать небольшие посты наших других проектов, таких как, допустим, купонный сайт.